Смотрите, я сделала уже самые маленькие. Вот так вот получилось. Не держится, что ли? Вот, теперь делаем второй слой. Второй слой лепестков у нас идет побольше. И вырезаем мы точно так же его. Сейчас я вырежу вам, покажу. И сейчас я вам напишу, я в комментариях напишу, ой, в предписании напишу, сколько что вырезать. Также вырезаем и вовнутрь загибаем. И примерно приклеиваем чуть повыше, чтобы закрывало. То есть вот так, на одном уровне, чтобы они вот так вот выглядывали. Эти у нас идут вот так вот. 15 сантиметров, а вот так они идут у нас 10 сантиметров, 10 на 15. Уголочки я делаю неровные, обратите внимание, чтоб пиончик смотрелся круче. Я сделала побольше. И теперь мы делаем вот так. Сейчас я вырежу, у меня закончились. Вырезаю я не все сразу, а вырезаю по мере надобности их, чтобы лишнего не сделать. Здесь штук, наверное, 20 я вырезала вот таких. Покажу, как второй делать ряд. Второму ряду обязательно нужно следить, чтобы они не ложились друг на дружку вот так. Нужно, чтобы они были вот так вот, перекрывали вот эти вот лепесточки друг друга. Обожглась пистолетом. Клеем обожглась горячим. То есть мы накрываем вот так. Вот так это будет все выглядеть в распахнутом виде. Сейчас я нарежу. Слой еще один готов. Вот уже пиончик распускается, но он будет зажиматься тогда, когда вы будете его делать еще один слой. И я хочу еще один слой из таких же размеров сделать. То есть еще. Также рядышком клеим.
Вот так вот получилось. Уже достаточно большой он такой. Теперь будем делать побольше. Сейчас я вырежу побольше лепестки и уже буду смотреть. У меня еще, знаете, что хотела сказать? Серединку я специально не закрываю, вы можете закрыть ее. То есть сюда побольше лепестков приклеить, чтобы у вас серединка была такая же, слоями. Я не буду, потому что может быть такое, что мне понадобится для подарка. То есть идея в том, что вы можете сюда положить какой-либо подарок. То есть, когда вы уже сделаете розу, она будет огромной, здесь будет, допустим, либо кольцо лежать, если это, допустим, будет мужчина делать предложение женщине, парень, девушке, вот. Либо какой-то подарок, там, маме на день рождения, если вы, допустим, делаете маме такой вот цветок огромный, как фотозона, и туда положите подарок, это очень крутая идея. Так что серединку я не буду делать, заполнять полностью, я оставлю ее так, вы можете заполнить.